үш раунд бес минуттан жүреді. Ережені бұзбаймыз. Тоқта деген бұйрықтан кейін барлық әдістер тоқтатылу керек. Нұсқаулар түсінікті ма? Сәттілік, қол алсамыз. Бұрыштар алады. Ардақты ағайын, батырларға бір дуғыл шапалақ күш қуат беріңіздерші. Рахмет. Итак, первый раунд этого поединка. Жумабек Турсын против Расула Тизикпаева. Казахстан против Кыргызстана. Жумабек Турсын, я думаю, не нуждается в представлении. Первый этнический казах, который подписал контракт с лучшей лигой в мире UFC в 2014 году. Это было хай-кик сейчас в исполнении бойца из Кыргызстана. Размашистый лоу-кик. Работает в стойке левши. Расул Тизикпаев активно прессингует. Пытается достать правым кроссом Жумабек Турсын. Свой дебютный поединок Жумабек провел в 2009 году. Выступал он преимущественно в Китае. Забрал несколько региональных поясов. Размашистый удар, правый оверхенд. К сожалению, не достигает цели и не потрясает соперника. Снова лоу-кик. Удар с разворота от Расула Тизикпаева. Расул, между прочим, является весьма титулованным грэпплером. Он был чемпионом Азии по грэпплингу по версии ADCC. Также был участником чемпионата мира по грэпплингу, также по этой версии, который проходил в Бразилии. Лоу-кик, который потрясает сейчас Жумабека Турсына. Попытка проведения тейкдауна от Расула Тизикпаева. Вот здесь нужно быть крайне осторожным первому казаху в UFC. Потому как весьма опасный именно в партере Расул Тизикпаев. Забирает позицию бэкмаунт. Наносит удары. Несколько размашистых точных ударов от бойца из Кыргызстана. Насыщается Жумабек Турсын, стоит на ногах. Забирает спину. Попытка проведения душения со спины сейчас от Расула Тизикпаева. Понимает прекрасно, что будет дальше Жумабек Турсын. Все-таки 30 боев за плечами. С 2009 года выступает этот спортсмен в ММА. Так вот, успешно выступал Жумабек Турсын и в 2014 году предложил контракт UFC, где он провел 3 поединка. Забирает сейчас, пытается забрать шею для проведения душающего приема Тизикпаев. Двадцать побед, 9 поражений сейчас у Жумабека Турсына, его соперника. 8 побед и 3 поражения. Снова забирает позицию бэкмаунт. На этот раз нет, фулмаунт уже. Позиция бокового контроля. Если это была бы схватка по грэпплингу, то здесь была бы, наверное, в сухую схватка. Обращается к рефери сейчас. Расул Тизикпаев, не совсем понятно почему. Позиции бокового контроля. 2 минуты остается до окончания первого раунда. Не самая, конечно же, удачная полоса сейчас у Жумабека Турсына в карьере. Находится он на серии из 4 поражений к ряду. Жумабек, жатпа, олай, жатпа. Позиция север-юг сейчас. От Расула Тизикпаева. Сможет ли провести удушающий прием в этой позиции? Мастер спорта международного класса по грэпплингу Расул Тизикпаев. Вырывается захват и пытается сейчас провести рычаг колена Тизикпаев. Остается 90 секунд до окончания первого раунда. Очень агрессивный, конечно же, мы с вами грэпплинг наблюдаем прямо сейчас. Работа в партере. Позиции меняются весьма стремительно. Нога остается в захвате у Турсына. Обоюдный захват сейчас. Кто же сможет выйти из этой ситуации победителем? Минута до окончания, даже меньше минуты до окончания первого раунда. Снова пытается провести рычаг колена Расул Тизикпаев. Держит в захвате своего оппонента Жумабек Турсын.
пытается забрать позицию бэкмаунта. Торсон. Нужно сейчас занимать другую позицию. И оказывается на спине Жумабек. 20 секунд до окончания первого раунда. Забирает спину снова Расул Дизикпаев. В доминирующей манере проводит первый раунд боец из Кыргызстана. Сейчас секунданту, конечно же, нужно углу Жумабека Турсына дать нужные установки для проведения второго раунда. Что нужно делать? Исатай Нурберген во втором раунде Жумабеку Турсыну, чтобы одержать победу. Я Шыныгерек. Отандасымыздың жағдайы өте қиын екенін көрдіңіз. Бұл жерде Жумабектің біраздан бері октагонға шықпағанды ескеруіміз керек. Бұл спортшылар өте үлкен әсерін тигізеді. Және егер тактикаға келетін болсақ, барынша партерден бас тарту керек. Иә, грэпплинг өте жоғары мына қырғыз спортшының. Өзінің грэпплингтен чемпионы және де ғана айтып кеткен. Иә, егер әдістен әдіске осылай көшіп жүре беретін болса, бір жерде ұстап алады. Сондықтан барынша партерден қашу керек. Бірақ аяқта тұрып айқасқанда да көрдік, Тезекбаев осал емес. Және Жумабекке қарағанда сәл жылдам сияқты, бірақ енді екінші раундта қазір отандасымыз сәл өзгерістер енгізеді деп үміттенеміз өз тактикасына. Алғашқы раундта толықтай қырғыз спортшысының еншісінде кетті. Екінші раунд. Расул Кезекбаев, Жумабек Тұрсын. Өте жақсы. Жумабек бауырымызға әрине оңай емес, көптен төлескен жоқ. Қателеспесем бір жылдай уақыт болып қалды төлеспеген. Иә, кәсіпқой ММА-де сонау 2018 жылдан бері көрген жоқпыз. Ал үш жыл дегеніміз бұл әрине өте көп уақыт. Өте жақсы. Міне қазір осындай оверхендтер керек. Ал Расул Кезекбаев жекпе-жек тізгінін толықтай өз қолына алып алды. Аяқтан нық жүріп, тіпті ойына келген шабуылдарды ұйымдастырып жүр деуге болатын шығар. Әзірше күресуге асығар емес. Ыңғайлы мүмкіншіліктегі сәтті күтіп жүр. Кезекбаевтан әрине қазір күрестіктеміз. Иә, міне осындай эпизодтардан Жумабектің біраз сасқалақтап жүргенін көріп тұрмыз. Өте сақ. Сақтықта қорлық жоқ демекші. Бірақ жекпе-жек тізгінін қолына алу керек. Олай болмаса Расул Кезекбаев қазір өз дегеніне жетеді. Өте керемет ұйымдастырылған шабуылдар, бірақ көздеген жерлеріне екі спортшы да тигізе алмады. Ал дәл осы лоу-киктер міне өз жемісін беріп отырғанын көріп тұрмыз. Тағы бір лоу-кик. Жумабекке өзі бірінші номерлық жұмыс жасау керек. Бірақ сондай мүмкіншілікті бермей отыр, иә? Бермей отыр, иә. Әйтпесе қырғыз спортшысы өзіне нықсын сенім анторды. Еркін сезініп. Өте жақсы. Не дәл тиген екі соққы. Нокаутқа түсуге жақын қалды. Жумабек Тұрсын. Шығу керек бұл жерден. Рефери қазір араласуы мүмкін жоқ. Кезекбаевтың өзі шабуылын жалғастырмау жөн санаған екен. Лоу-кик. Тым көп соққы өткізіп алды Жумабек. Қазір Кезекбаев тағы бір осындай шабуыл ұйымдастырса, жекпе-жек аяқталып қалуы әбден мүмкін. Иә, дәл осы аралас жекпе-жектің қай жағында алып қарастырмасақ, Расул Кезекбаев біздің өкінішімізге орай Жумабек Тұрсыннан дәл қазіргі уақытта бір бас жоғары екенін көрсетіп отыр. Бұны мойындауымыз керек. Бірақ бұл аралас жекпе-жек, сондықтан кез келген уақытта
жеңісті жылы алуы мүмкін. Бұған дейін әсіресе жастар бүгінгі көрсетіп кеткен болатын атыраулық. Ашық ұрысқа шақырып отыр Жұмабек. Провокация. Бірақ басқа амал жоқ жеңіске жетеді. Оны түсініп отыр. Тек қана ашық ұрыс бір соққыны тигізіп нокаутқа рубкеге шақырып отыр. Иә. Нокаутқа түсіру қарсыласын. Бұл өте дұрыс шешім менің ойымша. Күрес болсын, соққы алмасу болсын, еш мүмкіншілік бермегенін көрдік. Қырғыз спортшысының жоғарыда айтқандай бір бас жоғары болып көрінді. Сондықтан дәл осындай соққы алмасуда мүмкіншілік іздеу керек. Өте жақсы, лоу кик. Бірінші раундтан кейін қалай дегенмен Жұмабек Тұрсын белгілі бір қорытынды жасап шыққан сияқты. Кезекбаев қазірше күресу мүмкіншілік берген жоқ. Жақындауға мүмкіншілік берер емес. Октагонда айналып жүріп шабуылдауда. Өте жақсы бірнеше шабуыл қырғыз спортшысының орындауында және алғашқы тейкдаунға да ұмтылды. Еш қиындықсыз құлата алды қарсыласын. Қарсыластарының қазір Жұмабектің аяқтарын толықтай айналып өтуге сәл ғана жақын қалды. Бірақ Тезекбаевтың да біраз шаршап қалғанын көріп отырмыз. Өте жақсы. Ыңғайлы позицияны алды қазір. Бірақ соққы жаудыруға мүмкіншілік жоқ. Және дәл осы позицияда раунд аяқталатын сияқты. Тіпті Тезекбаев бұл жерде соққы жаудыруға ниетті танытқан жоқ. Осылайша екінші раундта аяқталды. Бұл раундта да қырғыз спортшысы басым болған барлығымызда түсініп отырмыз. Жұмабек, өзің соқ шеш, өзің бар. Жұмабек, өзің бар, пресинг, өзің бар. Итак, третий раунд этого поединка. Жұмабек Тұрсын против Расула Тезекбаева. Занимает центр октагона оба спортсмена. Работает первым номером боец из Кыргызстана. Меняя периодически стойки. Темп поединка значительно, конечно же, снизился по сравнению с первым раундом. Мидл кик и подскальзывается. Сейчас на конвасе Жұмабек Тұрсын этой ошибкой пользуется. Расул Тезекбаев пытается перевести бой в партер, где намного сильнее он своего оппонента. И где он чувствует себя, точнее, где чувствует свое преимущество. В гарде работает у своего соперника в защите Расул Тезекбаев. Представляет клуб Алапсеметей, город Ош. Также является чемпионом Кыргызстана по боевому самбо. Так, рефери поднял бойцов в стойку. Правильное решение, на мой взгляд. Активности не наблюдалось в партере. Поэтому бой продолжается в стойке.
Несколько лоу-киков. Отвечает таким же лоу-киком Жумабек Турсун. Размашистые удары от бойца из Кыргызстана. Пошел со своей серией. Турсун отвечает также лоу-киком. Между прочим, Жумабек также вписал свое имя в историю казахстанского ММА, как первый казах, кто подписал контракт с Professional Fighter League, PFL. Так что вот такие вот регалии есть у Жумабека на данный момент. Левый кросс от Тизикпаева. Осторожно работает Расул Тизикпаев. Пытался сейчас пробить. Сейчас пробить хайкик. Отвечает. Хорошей серии. Жумабек Турсун. Наблюдается уже покраснение на левой ноге Турсуна после пропущенных ударов. Заводит здесь аудиторию и публику. Жумабек Турсун, и поддерживают его болельщики. Не ведется на провокации Расул Тизикпаев. Не идет на риск, не рискует боец из Кыргызстана. Отличная сейчас. Попытка проведения тейкдауна, которая увенчалась успехом. Но опасно, в ногах осталось в захвате. У Жумабека Турсуна наносит удары сверху сейчас. Боец из города Ош. Пока у нас ничего не происходит. И рефери снова поднимает бойцов в стойку. 10 секунд до окончания, по всей видимости, до окончания этого поединка. Безусловно, не самый зрелищный бой, но тем не менее самый развлекательный. А Жумабека Турсуна умеет он работать с публикой и делает это весьма неплохо. Снова пошел со своей серией. Расул Тизикпаев. Правый прямой удар от кыргызстанца. Ушира в корпус не попадает от Жумабека Турсуна. Десять секунд остается, и Жумабек Турсун просто устроил тут прогулку в октагоне. Оба бойца изрядно подустали, но мы ждем официального решения судей по итогу этого трехраундового поединка. Ну и затем соглавное событие вечера. Нодар Котенашвили против Еламана Саясатова. Ну и главный бой, мейн-эвент, главное событие Ergin Fighting Championship. Это поединок Романа Головинова и Хуата Хамитова.
Сонымен құрметті қонымдар мен мырзалар, төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен